День за днем меняют наши лица те, кто дал нам роли. День за днем, пока нам только снится наш покой. У нас нет прав покинуть поле боя, где ты сам лишь воин. Трое суток назад на нас напала армия Близзардов с юго-востока. Эта война долго ждала своего часа. Десятилетиями мы были у черты. И вот красные посмели ее переступить. Пришло время вставать и светить, безжалостно ослепляя каждого, кто посмеет перейти дорогу синим. Потому что Багард — наш дом. Это мы и наши дети, наше будущее. Слава народу! В вашей деревне Лоскутке уже сформирован сборный пункт. В течение 3 дней туда обязаны явиться все, от мала до велика. Дело найдется для каждого. Не смею лично не оповестить величайшую деревню, из которой ранее выходили выдающиеся разведчики, о том, что уже через неделю, несмотря на смутное время, власть нашего королевства станет сильнее. Я, Эвелин, выхожу замуж за Долореса, сына великого короля Ватерлоо. Если Эвелин не будет мертва до выезда из деревни, то считай, наш договор расторгнут. Дельгадо, Такис. Несколько лет я беспрекословно выполняю ваши задания. Недавно и вовсе был зачислен в Синюю гвардию ради убийства. И только мне стоило вернуться в родную деревню, вы меня просите убить без 5 минут невесту сына короля? К чему избавляться от нее? Я не смею выдавать тайны Тандера. Тем более тебе. Но она уже в Лоскутке. Вы хотите сказать, что я должен убить столь высокопоставленную кобылу без подготовки? Так при этом еще и не раскрытым остаться? С ней наверняка лучшая охрана королевства. Это невозможно! Невозможно разве что для обычных лошадей. Дельгадо, однако же не просто так нашим наемным убийцей стал именно ты. В конце концов, сам знаешь, что будет в случае твоего провала. Передай Дилану, Тандеру или кому там, что все будет сделано. Так-то лучше. Алико! Я понимаю, тебе тяжело принять то, что Долорес женится на какой-то Эвелин. Однако же пойми, что... Мишель, что ты такое говоришь? Но... Так ты сама мне чуть ли не ежедневно рассказываешь о том, что влюблена в него с той самой случайной встречи, которая произошла, когда вы были еще совсем же ребятами. Случайностей не бывает. В этом мире все происходит либо в качестве наказания для искупления наших грехов, либо в качестве награды. Я безумно люблю Долореса, а потому для меня важнее всего, чтобы он был счастлив. А уж со мной или нет, его право решать. Эй, посмотри туда! Королевские кареты, члены гвардии. Это все так красиво! Что же, пожелаем Эвелин и Долоресу долгой и счастливой совместной жизни. А? Постой! А это кто там?
Что это только что было? Где охрана? Алика, стой! Нам лучше не идти туда. Мы можем только хуже сделать. А как же этот жеребец? Вдруг он умрет? Мы должны оказать ему помощь. Прошу, только осторожней. Уважаемый, вы... Мартин, почему ты так уверен, что это подстава? Ну не могло на нашей карете колесо само сломаться. Нам необходимо как можно скорее нагнать Эвелин. Ну, что? Он дышит. Я освобожу его, а ты беги, найди какого-нибудь лекаря и поскорее. Да, да, разумеется. Что у них там случилось? Я не знаю. Всем оставаться на местах. Разумеется. Что здесь произошло? Мы видели, что некто в черном плаще сперва выстрелил в этого, в него из лука, после схватил Эвелин и убил ее, потом сбросил в озеро. Рикот, немедленно иди и найди кареты. И позови какого-нибудь лекаря. Да, Мартин, слушаюсь. А вы обе даже не пытайтесь бежать. Поедете с нами. Да мы просто выбежали помочь. С этим потом разберемся, принцесска. Талькадо, привет! А, Эшли? Привет. Я так скучала по тебе. Не было и дня, когда я не думала о нашей встрече. Да, я тоже скучал по тебе. Что-то случилось? Что-то не так в гвардии? В гвардии все нормально. Опять? Мне нельзя иначе. Почему нельзя? Ради жизни своей матери ты уничтожил слишком многих. Не смей так говорить! Мишель вовсе по копытам пустилась. Да? Но твоя сестра не убивает лошадей на протяжении нескольких лет. Если уж я такой плохой, быть может, расстанемся? Талькадо, я не это хотела сказать. Знаю. Просто пообещай мне, что не будешь более поднимать эту тему. Ладно, мой любимый. Уведите их отсюда! Разумеется, ваше высочество. Пошли, кобылы! Это они ее убили? Стойте! Мы не смеем утверждать, однако эти обе были на месте преступления. Я хочу участвовать в допросе! Да, Лорес, нет. Идите. Слушаемся, ваше величество. Отец! Я хочу знать причины смерти Эвелин. Ее предупреждали, что не стоит разъезжать по королевству с подобной вестью. В простом народе немало завистников. Я не успокоюсь до тех пор, пока убийца не окажется в петле. Я понимаю твое рвение отомстить, да, Лорес. Однако же... Приближается война. Власть не должна быть слабой. Нам необходимо, чтобы народ поверил в свою мощь. Ты должен быть сильным, сын. Все это время я питался лишь ее любовью. И я постараюсь не подвести. Но вспомни, каково было тебе самому после смерти матери. Да, было нелегко. Однако я смог пройти этот этап своей жизни. И я знаю, что мой сын совсем справится. Ладно, я, пожалуй, приступлю к выполнению своих обязанностей. Это верное решение.